Не успел вчера два слова про украинские выборы сказать, так сегодня утром прочитал, думаю, лучше бы не говорил. Да, в интернете пишут. Так я сказал то, что думаю. Ну, если ты не знаешь, за кого голосовать, не голосуй. Не голосуй. Ну, правильно? Зачем ты голосуешь? Зачем ты рискуешь? Нет, он Порошенко поддерживает. Ну, как будто Порошенко у меня друг, а Зеленский враг. Или, допустим, Зеленского этого дубасить уже начали в России. Актер, актер. А что, актер не может быть президентом? Ну, вон Рейган был президентом. Ну, и потом, ну что, в Украине президент. Ну, а что решает в Украине президент без парламента? Это удавалось Порошенко договориться, была своя там фракция и так далее. Ну, станет там Петров, Зеленский, Сидоров. Все решится на парламентских выборах. А там будет разброс большой. Вы же видите. Нет, там гвалт устроили.